Пошло. Видать? Все, да, прекрасно. Давай, залетай. Солнце, я не успеваю смотреть, она на ура снимаю. Охуительно. Ничего не вижу. Давай тогда немного от солнца, этот, я в ту сторону. Давай туда. Приду. А я все равно, экран такой, он, да, экран отсвечивает и ничего не видно. А вот плохо без видоискателя. Классно, блядь, высоко забрал. Ну. Сейчас попробуем обратный штопор снизу. Пошло. Надо еще бомбы научиться выбрасывать и все, блядь. Соседям, блядь, надо. Куда снимаю? Ничего не вижу. Кто этот пострадавший? Ты не шали, Степа, а то, блядь, это в морду воткнется. Надо на него умудриться камеру поставить. Свалится. Нет. Маленькая. Маленькая нужна. Маленькая, да. 130 ларов стоит, на машине жопу становится обычно и подсоединяется к экрану. Нет, есть такие, называются Flycam One, маленький комкодер. Да? Но у него прямо internal memory есть, и можно это. Охуительно. Максимально на сколько он поднимает? Да ты знаешь, пока видно будет, но... Его он маленький, быстро из виду потеряет. А ну-ка, на, поснимай немного. А то у меня уже рука устала. Да. Нихуя не видно. Напомню, говорю. Да, камерой все это больше. Не, ну так я его. Я просто на Урал водил, где этот, и туда и направлял камеру. В окна залететь так, да, туда вот? До дома долетишь? До дома? До какого? Вот до того. Хорошо. Где у этой пизды зум? А там сверху такая хуйнюшка торчит. Под пальцем. Право-лево.
очки одел, надо было. Сейчас ты уже Бля, рука устает нахуй. Ладно, давай тогда. Не припекли. Над посольством будем. Под посольством собьют. Сразу этот морпех выскочит. Марин выбежит с шотганом, бля. Только не в самолет, а в тебя. Хорошо садится.